Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» вместе с жителями проверили ход реконструкции внутриквартальных дорог в городке Кубинка-10. Работы, которые проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», стартовали 15 мая и должны завершиться 15 августа. Здесь также обустроят парковку общей площадью почти 6,5 тысяч квадратных метров и проведут ремонт тротуаров.